утра не у нас дома, мы бежим домой и потом бежим в кофейню работать с Поппи. Потом у нас английский, в общем, очень занятый день в жизни 23-летней блондинки в большом городе. Я вообще с кое с кем познакомлю. Ну, такой у нас есть экземпляр. Не-не. Он не скажет мяу, он very distinguished little gentleman. Прикол. Все круги сейчас. Это то, что вчера был футбол, который мы смотрели до, наверное, часа ночи, если не полвторого, и Грузия проиграла Испании 4-1. Один из которых был автогол. Вот. И в итоге сегодня понедельник, многих выходной. И погода очень убаюкивающая. Тем не хочется делать ничего от слова совсем. Я видела рилс, где девчонка говорила, что от слова совсем нельзя говорить. Я такая, слава богу, не говорю это слово. Окей. Да, тащимся домой. Приводим себя в порядок. Этически очень важный вопрос. Считается ли это walk of shame, если я иду от своего бойфренда? А вчерашней одежде все еще. Считается ли? Или это больше walk of commitment? I don't know. Ленивый наряд. У меня еле были силы, чтобы заколоть заколочки, и, мне кажется, спала часов 5. Don't want to spend like a whole month in the UK because the whole. Why? Why do you have to? Can you go with the friends to English lesson? You're gonna do it from like. I love you so much. Thank you for sitting with me when I do difficult tasks. It makes me feel a lot better. Мы в нашем домашнем наряде. Сейчас быстренько сделаем, возможно, рамен и отправимся учить английский язык. Лайфхак. Если вы едите рамен, ешьте его топлес. Потому что иначе все потом будут знать, что вы ели рамен, судя по пятнам на вашей футболке. Let's study. Hi. They're like, oh yeah, I know about this place. Oh, it's a nice place. Oh, I've been there. Da-da-da-da-da. And we were like, how are we the only... 5 вечера. У меня случился получасовой нап, потому что просто немножечко рубят из-за 5-часового ночного сна. Вот, оказывается, я еще приглашена сегодня на вечер у подружки на борщевой вечер, мы будем есть борщ. И перед этим я хочу еще зайти посмотреть трусы и посмотреть чипсы мои любимые. Так что я выйду из дома через 1.5 часа. Ау. А до этого надо успеть нарисовать и заэскизировать картинку, которую отправлю бабушке в подарок. У нее день рождения завтра. И Манола Полоникс. Что? Нет. Дай мне фуккин Полоникс. Эти парни не были просто after money anymore. They were after fashion. Please, sir, they're my favorite pair. I got them half price at a sample sale. С вторым выходом из дома за день нужно быть всегда очень аккуратным, если ты высокочувствительный человечек, как я, допустим. То есть выйти один раз из дома нормально, супер класс, могу позволить себе. Та-дам! Delicious! Bye! Bye! Have a nice trip! I have the loveliest roommates. So. Okay.
Я забыла карту, все, конечно, не делаю. Масмарки тебе. Меня это вообще расстраивает. Покупать трусы в секонд-хенде? Живется успешно. Туалетная бумага, надо не забыть купить. 11:00 вечера, я бегу на автобус, я объелась борщей и тихонечко посидела. Давайте-ка пообсуждаем сегодняшний день. Это скорее то, что я должна делать в конце каждого дня. Только в письменном виде в своем дневнике. Но я этим не занимаюсь. А мне кажется, нужно, потому что вполне возможно, что из-за того, что мои дни весьма насыщены, я потом не могу заснуть. Витаю в своей голове еще целый час перед тем, как заснуть. Но надеюсь, что этот монолог, этот ромашковый чай, плотный ужин и антикомариная штука сегодня не помогут. Так получилось, что все, что я вам бы сейчас рассказывала, это был бы просто пересказ того, что вы уже видели. Идеально для дневниковых записей под конец дня, но не для монолога, диалога подкастного. Так что вместо пересказа я расскажу вам кое о чем полезном и совершенно бесплатном, то есть о крутой возможности от онлайн-школы дизайна Udive School. Если среди вас есть кто-то, кто готов менять свою жизнь и реализовываться в творческом направлении, то слушайте внимательно. Сейчас открывается доступ к бесплатному курсу по дизайну с нуля. И это крутая возможность, чтобы не откладывать, а прямо сейчас попробовать себя в этой профессии. Курс идет всего 5 дней, и за это время вы создадите 3 работы в свое портфолио, а еще изучите основы дизайна и научитесь искать первых клиентов. Такой урок тоже будет. Крайне полезный, крайне полезный. Udive School ребята знают, как обучить вас именно тому, что вам нужно, потому что на их счету уже более 7000 обученных студентов, и 90% из которых положительно отзываются об обучении в школе. Основная фишка Udive School — это то, что уже в процессе обучения ты можешь начать зарабатывать, ведь зарплаты начинающих специалистов более чем приятны. А услуги дизайнера, как мы знаем, крайне актуальны и нужны каждому бизнесу. Рекомендую вам провести оставшуюся часть лета с учебной пользой и начать осваивать новую профессию на бесплатном 5-дневном курсе с ребятами из Udive School. А если вы уже твердо решили, что хотите обучаться дизайну и в следующем сезоне уже брать клиентов и зарабатывать на этом деньги, то у меня для вас есть промокод на 50% скидки. Он звучит так вот, RINS. Промокод этот для полноценного курса, который действует до 30 августа, поэтому не медлите и приходите по ссылке в описании, дабы успеть забронировать курс по этой ссылочке.
Вы можете посмотреть на меня и сказать: вау, у нее такое не айфоновское лицо, посмотрите на нее. Она выглядит так, будто она могла родиться в 18 веке или 19 веке. У-у-у. Это все потому, что последние 3 часа у меня нет телефона, он сломан. Record. Я 3 часа уже не лезла в телефон, я сидела в компьютере, но не в телефоне. И я чувствую себя свежее, чем обычно, и... Я готова бежать за телефоном, потому что он починился. Просто сенсор перестал работать на телефоне. Такое уже было весной, но тогда он перегревался, у меня не было памяти на телефоне. То есть были причины для отсутствия работы сенсора. Сейчас нет, поэтому я запаниковала и решила не ждать, пока он сам починится чудесным образом. Много денег спустя, он жив-здоров. И я собираюсь, чтобы его забрать. И я думаю еще доехать до секонд-хенда, чтобы посмотреть там немножко одежки. А потом встретиться с Поппи. Такой будет вечер. Вот. Очень на минималках. Я проснулась сегодня и хотела плакать. Утром я плакала, в принципе. И мой молодой человек не понимал, что со мной происходит. И он не знал, веселить меня или успокаивать. И я сама не знала, почему я плачу. Потом такая: а, ПМС. Поэтому представьте, как я себя чудесно чувствовала, когда мой телефон еще решил не работать вот этим утром. Грустно, но правда. Очень бы хотелось совершенно не быть зависимой от телефона, очень бы хотелось такие поломки переносить легко и просто. И я не говорю только про деньги, что да, мне хочется иметь финансовую подушку безопасности. И речь не столько про свое здоровье, сколько про случайную экстренную починку и поломку техники. И это то, что необходимо, когда у тебя профессия заключается в технике. Вот, поэтому хочется однажды прийти к тому уровню жизни, где случайная поломка телефона не является ударом в спину. Вы можете спросить: Арина, зачем ты тогда идешь в секонд-хенд, если ты и так много денег тратишь? Не спрашивайте меня такие глупые вопросы. Ибо я сама не знаю на них ответы. Итак, наряд. 5-й день грязной головы. Знала, что там Бетти Смит. Нет, я даже не хочу секонд, я уже счастлива. Look who's here.
So. То, что мне это подходит, значит, мне это надо. Oh. I mean, totally get it, but... Can you do it? Like, oh, she's so sad. Wait, I just want to show people how I'm eating kinkade. You're gonna get cancelled for this. It's eating with a fork! It's the most comfortable way. Can you show how I'm without eating without burning your fingers? No, no, I'm proper, like... No, like no, no one's gonna judge you. They are. All descending. Yeah. I feel like you're gonna do like the Francis Ha, like that's twirl hard around on the street. Просто ностальгический вечер. О, свет горит. Они поставили туда. Посмотрите вообще, в какой ситуации я жила. У меня бар был прямо напротив окна. Поэтому весь свет и весь звук из бара попадал прямо мне по духу. Там еще были старые рамы. Как только мы съехали оттуда, поставили пластиковые. И теперь там тепло и тихо. She writes poems now about adventure.